вставать рано мне, маме маленьких детей, и это мне должно помочь? Что? Эти фразы, скорее всего, крутятся у вас в голове, если вы держите в руках эту книгу. Я и так без сил от недосыпания, я и так рано встаю из-за детей, и вы мне хотите сказать, что для полного счастья мне нужно вставать еще раньше? Простите, если название этой книги вызывает у вас недоумение, но именно это я и хочу сказать. Если вы мама, если вы измучены недосыпанием, если вы постоянно спешите и все равно мало успеваете, то да, решение научиться вставать рано, раньше своей семьи, может в корне изменить вашу жизнь к лучшему. Мало того, ваша семья изменится тоже. Я говорю так уверенно, потому что я тоже мама, и я уже проверила это утверждение на себе. Для меня ранее подъемы стали первой ступенькой к новой, наполненной силами, здоровьем, мотивацией и вдохновением жизни. Если вы хотите узнать больше, читайте мою книгу «Вставай рано». Учитесь вставать рано, вы удивитесь, как много интересного может начать происходить по утрам, если вы это утро для себя выделите. Вы увидите, как сильно изменится ваша жизнь, изменится она вот так, что у вас появятся вот такие вот крылышки, которые поднимут вас над бытом, поднимут вас над проблемами. И даже когда будут форс-мажоры, у вас будут силы взмахнуть и взлететь. Эта книга посвящается всем женщинам, которые мечтают получить от жизни больше, чтобы больше радоваться жизни и больше отдавать своим семьям, людям и Богу.